Проверка на веды. Дистанционные олимпиады для педагогов началась в Минской области. Удельничать могут работники разных установ адукации, узростовых обмежеваний так само нема. Сёлета тесты пройдут наставники початковых классов физической культуры, выкладчики айчинной и сусветной мастацкой культуры. З'явился и новый напрамок – володание информационно-коммуникационными технологиями. У им могут проверить себе педагоги любых навучальных предметов. Олимпиада пройдет в два этапа. Первый этап отборочный. Он не предполагает персонализации и предоставления сведений о себе. То есть педагог может прорешать у себя дома все задания в течение часа, решить около 30 предложенных заданий и не бояться, что эти результаты будут публично известны. На второй этап переходят те участники, кто набрал не менее 50% от максимально возможного балла. Пераможцу олімпіяды вызначыць у кожнай номінацыі і ўзнагародзіць дыпломамі галоўнага ўправлення па адукацыі Мінаблвыканкама. Спаборніцтва ведаў праходзіць ужо чацвёрты год, і колькасць яго ўдзельнікаў павялічваецца. Асноўная задача – укараненне інфармацыйна-камунікацыйных тэхналогій у працэс навучання педагагічных работнікаў, а таксама павышэнне прафесійнага ўзроўню настаўнікаў.